Откуда? На сегодня у нас ТЭП, как я понимаю, закончился. Полностью мокрый. Сейчас поедем в какой-нибудь отель сушить вещи. Если еще главное сейчас спуститься без всяких происшествий вниз, потому что тут такие горы. И сейчас тут как на льду получается. Это мы сюда все заезжали, пока не было дождя. Бля, я не знаю, короче. Да. Ой, блин. Бля, чем сломался? Бля, у меня спина сама сквозь мокрая, блин. Вот такой вот это Румыния. Нам надо наверх как-то ехать будет, да? Бензин сюда шманить будет. А? Бензин сюда шманить. Какой? Бензин сюда шманить. Не хитрый. Я тут экран на всякий случай закрою. Вдруг он не писает будет. Ой, бля. Ну и что тут, как тут можно что-то будет сделать? Я не знаю, бля. Тут все уже, блядь. Здесь. Потом мостики помоют. Не стесняй, бля. Льется воды. Тихо-тихо-тихо, сейчас, блин, на ту сторону. Оп. Фу. А чё, давай его на бок завалим, блин. На бок? На мой бок. И что? И тогда легче будет его повернуть. Перед. А? Ну, давай. И потом мы поднимем его с яму, блин. Ну, он здесь поднимем, главное, что... Под ножки смотри, чтобы сложились аккуратно. О! О, хватит, хватит, хватит. Оп! Опа! Я на другую сторону, подожди, подожди. Угу. Тихо. Вот тебе, наверное, завести, чтобы выехать вас отсюда. Давай, давай. Попробуем. Так, все. Давай тогда спусти его где-нибудь, чтобы стоял. Ну тут вообще нету дождя. Че, твой будем пробовать? Да.
Блядь. Просасывается, засасывается. А? Стоит. Тут он, ты лучше встань с него. Нет, перед. За дугу немножко, перед. Не-не-не, ты меня сейчас перед. А ты да, пробуй газу додавать. Супер. Тебе надо вот туда, вот так. Не, руль, руль, поверни в другую сторону. Я не могу уже все закинуть. Да. Давай попробуем. Теперь занести вдвоем. Да. Лампочка мигает или нет? А если на эту сторону? А. За колесо попробуй. О, стоп. Стоп, стоп, стоп. Мне вот лампочка горит на камере или нет? Где на камере? Здесь. Нет? Горит. А, значит снимает. Блядь. Как не хотел на бок, теперь только на неправильный бок завалили, блядь. Да, давай. Ты, беги там, где багажник, я здесь возьму. Ну да, у тебя полегче, блядь, заметно. Так, держи. Беру, давай. Не, понятно, что мы туда не проедем. Нам бы вниз ехать спокойно. Уже будет хорошо. Че, отдохнем? Там в лесу? Да, где-то. Лимиты нормально, да? Ну сейчас спустим туда к моему или сейчас сходишь сразу за ним? Да я не могу сейчас поставить, подножку вытащить. Поставишь на бок, опять тогда получается будет выливаться. Съезжает. Пиздец. А можешь побольше вот завернуть? Сейчас, подожди. Я там могу, ты ёбни, сейчас мотоцикл тогда. Еще. Опять, держи, держи. О. Давай его на бок завалим и все, это мы так не выйдем, блядь. Думаешь? Ну конечно, уже давно бы выехал, блядь. Тебе надо это колесо сюда поставить, и все нормально будет, и тут не выйдет. Ну давай, сможешь так на бак получаться? Во. Эндуристан. Ты можешь мы есть эти румынякс? Давай я подержу и сходи за это, или ты поставил? Нет, чуть-чуть дальше. Блять, хорошо, что просунуть. Так бы ушла сумочка бы.
Да. Смотри, дождь закончился. Давай обратно разворачивайте. В гору теперь. Вниз сложнее, чем наверх забираться. Вот это место, где я чуть колесами вверх не улетел. Ну что, там нормально все? Надо колесо двинуть мне. Сейчас немножко прямо, и будет этот последний спуск, да? Блядь, я уже запутался с этими спусками. Ну, это где мы первые, мы хуячили. Ну, где-то близко, да, мы уже немного проехали. Да. С этой, с развилки, где мы... Чемоданы снимали? Не, чемоданы чуть подальше снимали. Да. Ну, сейчас, в принципе, уже можно ставить какую-нибудь там, бля, ближайшую асфальтную дорогу. Ну, все равно надо выехать на какую-то развилку. А? Я уже сейчас выразу подзаебался сильно. Ну а хули, тут любой подзаебется. Надо, блядь, отдых. Вот на эту гору, на которую снимали чемоданы мне, сейчас с этой горы спускаемся. Блин, это мы столько времени на таком участке, блин, на участке, не знаю, в 30
30 квадратных метрах провели, блин, не знаю, наверное, 3 часа, блин. Даже, блин, даже не знаю, как это, не будем поверить никто, то есть, как так можно, блин. У меня он с толкача заведется, блин.